Выходим. Подросли. Месяц, месяц и 3 недели. Кто ко мне пищит? Кто? Кто ушастый такой? У кого такие уши огромные? Ой, а тут вообще лопухи. Да, да, тут уже стоят лопухи. И там стоят лопухи. И там. Везде ко мне, лопухи. Ко мне. Молодцы. Молодцы, дети. Дети мои, да? Хорошо. Умнички. Да, умнички. Умнички. И ко мне. И тут же ко мне. Вот так, скажи. Вот так. Игрушку потеряли свою? Где-то потеряли. А вон валяется. Подожди. Рабочие собаки отличные будут. Ну, они, вот этот будет вообще такой охранник обалденный. Да. Вот этот занарник. Все так еще как бы. Добычный инстинкт очень хорошо выражен. Ой. Вот она наша добыча, скажи. Они вообще. Руки-ноги лучшая так. Добыча. Вот так вот. Да, гонялки. Да, гонялки. А что там, бутылочка, да? Ну. С водичкой? Нет. Просто. Вот они. Вот они. Вот это вот красота. А тут вообще лопухи. Ухи? Чьи ухи? Чьи ухи? Бегут, догоняют. Все, догнали меня. Догнали. Вот этот будет такой среднешерстный, наверное, будет. Тоже такого нету. Есть или длинношерстный, или короткошерстный. Есть они более одеты. Короткошерстная, да? Но она все равно у нее длиннее, чем у моей той. Короткошерстная. Да. Не гладкошерстная, а короткошерстная. Кальций даете малышам? Нет. Надо? Вот туда запустить просто. Дети. Нельзя. Мамочка. Нельзя. Детки. Мамочка за игрушкой. Поросята. Подожди, чара. Чара. Что там делал? Хулиган. Пошли.